Как не реагировать на оскорбления? Как не реагировать на унижение? Как не реагировать на негативные комментарии? Как не реагировать на замечания? Это один из самых популярных вопросов на всех психологических и НЛП форумах. Ответ очень прост. Я занят. Когда у вас есть список дел, и вы влюблены в ваше светлое будущее, которое вы себе создали и расписали, например, простейшее, вам нужно посадить дерево, построить дом и вырастить ребенка. Ваша задача построить дом состоит из множества подпунктов. Для того, чтобы построить дом, нужно сделать вот это, купить вот это, нанять вот это, придолбить вот это, положить кирпичики вот так. Чтобы посадить дерево, нужно сделать тоже кое-какие операции. Купить семечко, купить лопату, вырыть яму, посадить, залить, потоптаться. Я уже не говорю о том, что нужно сделать, чтобы вырастить ребенка. Все понимают, что чем раньше вы это сделаете, тем легче будет жить. Поэтому в ваших же интересах выполнить все эти 3 пункта и остальные панпункты как можно быстрее. У каждого человека свой список дел. У меня лично свой, и он достаточно большой. И когда мне прилетает какой-то негативный комментарий, я понимаю, что у меня нет времени сидеть и реагировать на это как-то. Чем дольше я буду переживать на какой-то высер в интернете, тем дальше я буду отодвигаться от своего будущего. Зачем мне это надо? Поэтому, если вы поймали себя на мысли, что вы переживаете 1 день, 2 дня, неделю, месяц, просто займитесь чем-то. Займитесь тем, что составьте себе список дел, который приведет ваше ближайшее будущее в прекрасное. Это было идеальное объяснение того, как нужно перевести свой фокус внимания с других людей, о которых вы думаете, на себя. Я хочу думать только о себе. Что меня приведет к ближайшему прекрасному будущему? Вот это. И просто так посидеть, подумать в своей голове в течение 2 минут, это не сработает. Над созданием своего идеального прекрасного будущего нужно работать так же, как на обычной работе. Серьезно. Жмите на мои кнопочки, чтобы увидеть мои практики и почитать реальные комментарии и отзывы о них.